8 разножанровых конкурсов, сотни творческих представлений и номеров. Видно, прошел первый фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну», апофеозом которого стал гала-концерт у кинотеатра «Искра». Здесь наградили самых ярких и талантливых. Счастье, музыки, радости, творчества. И сегодня мы предлагаем всем окунуться в море этой нескончаемой радости. За несколько недель прошли фестивали по разным видам искусства. Хореография, вокал, театральное мастерство, литературное творчество. Участниками стали более 1000 человек. Этот фестиваль родился с такой целью, чтобы охватить всех талантливых людей нашего городского округа. Потому что у нас их очень-очень-очень много. И хотелось бы увидеть все таланты на наших сценах нашего округа. Ну, кажется, получилось. В семью Денисенко сегодня ушли сразу 2 кубка. 7-летнюю Стефанию наградили как самого юного фотографа. Пока малышка приболела, ее трофей забрала мама Дарья Денисенко, которая сама получила приз за выразительность и артистичность в оригинальном жанре. Профессиональная актриса и режиссер высоко оценила уровень фестиваля. Очень хорошая организация, и не было соперников. Все были настолько разные и самодостаточные, что это было очень живо, динамично и насыщенно. И я получила огромное удовольствие и в зале находясь, и находясь на сцене. А видновчанка Кристина Веневцева из литературной студии «Акцент» стала одной из победительниц в номинации «Яркая творческая индивидуальность». Девушка уже много лет талантливо пишет верлибром, или, проще говоря, свободным стихом, без всяких правил. Я очень рада участвовать в этом фестивале и потрясающее выступление. Я желаю фестивалю процветания и чтобы в следующем году было еще круче и зажигательнее. На гала-концерте зрители порадовали яркие творческие коллективы и исполнители. Поэт-песенник Александр Шаганов исполнил свои знаменитые хиты «Комбат», «Тучи», «Там за туманами». А духовой оркестр «Привет, брас-бенд» никого не оставил равнодушным. Проводить фестиваль «Лови волну» планируется ежегодно. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.